пятницу состоял заседание регионального правительства. Повестка была довольно обширной и включала почти полсотни вопросов. Ключевыми были два больших блока, от которых напрямую зависит жизнь области. Официально утверждено разделение Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта на три ведомства. Также оговорены полномочия и обязанности каждого из трех министерств. Изменения вступят в силу с нового года. Напомню, что задачи, которые на сегодняшний день поставлены президентом, в форме 12 национальных проектов затрагивают все эти отрасли. Мы говорим и об строительстве инфраструктуры, и безопасной качественной дороги. Для того, чтобы качественно это выполнить, нам необходимо усилить каждое из этих направлений. Члены правительства рассмотрели выполнение областного бюджета по итогам 9 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли почти на 4,5 миллиарда рублей. Дополнительно в казну получено свыше 500 миллиардов рублей, которые направят на первоочередные нужды. Многие муниципальные образования услышали тот посыл, который делали мы, который делал губернатор, в части наращивания налогооблагаемой базы, в части упрощенной системы налогообложения, спецрежимов. И в этих средствах немалую долю занимает именно рост по данной системе налогообложения. Кроме того, получены федеральные средства. Одно из главных направлений расходов – отрасль образования. В этом году началось и в следующем продолжится строительство 4 детских садов с ясельными группами. Это делается для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся местами для детей в возрасте до 3 лет. Это детский сад в микрорайоне «Искра», в Барыше, в Большом Черклее и также в Ульяновском микрорайоне «Новая жизнь». Общая сумма – порядка 27 миллионов будет направлено на софинансирование федеральной программы. Из регионального бюджета деньги пойдут и на ремонт двух детских садов в Меликесском районе и школы номер 22 в Димитровграде. Они сэкономлены в результате проведения торгов. Работа завершится уже до конца этого года. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.